Привет, дорогие друзья, с вами я, Миша Зой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. А с вами я, Миша Зой. Сегодня я вам покажу свою площадку около моего дома. Да, вы не поверите, около моего дома. Ну что ж, начнем с каталок, точнее с каруселей. Карусели у нас вот такие. Вот, смотрите. Шина машины, качелька. Еще одна качелька, которые накаркали. Ну и ничего. Кусты. Мало ли, пописать хочешь. Так вот, идем дальше. Вот у нас вот тут вот специально вот, чтобы катались все дети. Вот смотрите, специальную роль. И чтобы вот так катались. Ну, как вы знаете, дети у нас сильно плохие. Что они делают правильно? Все ломают. Все ломают у нас. И посмотрите, что мой друг Эдвард наделал тут. Ну, это нормально. А вот это я сам вот тут вот крепил вот это вот. Все. Ну что ж, друзья, давайте я вам покажу дом Эдварда быстренько. Давайте покажу быстренько. Кстати, я еще одну вам карусель забыл показать. Идемте за мной. Она, вот смотрите, через дорогу. Вон площадка. И вот не площадка. Идем дальше. Вот тут у нас такая вот карусель. Вот смотрите. Вот смотрите. Ой. Смотрите. Опа. Это которая опускается вверх вниз. Для сидушки. Идем дальше. Ну, у нас там лесополя. Типа такого. Тут у нас есть лавочки для родителей. Да, для родителей. И что у нас... Да, да, правильно. Мы идем показывать дом моего друга Эдварда. Идем дальше. Бежим. Так, идем в подъездик. Сейчас машину пройдем. Вот тут. Пошли вот. Машина тут стояла. Хорошо, дверь открыта. Идем. Все, дверь закрывается. Вот нормально. Вот квартира Эдварда. Вот она. Есть вот такие вот всякие штучки. Но это не важно. Что? Давайте посмотрим, как тут можно делать. Тут можно на шине закручиваться, да. Закручивать, смотрите, вот. Погнали. Закручиваем. Вон, видите, там закручивается. Я думаю, такой на каждых площадках можно покататься. Ай, чуть не упал. Вот можно покататься, друзья. Катаюсь. Иху! Катаемся. Кайф. Еще помимо этого скоро пойдет дождик. Вообще класс. Так, друзья, давайте идем. Смотрите, тут у нас есть песочница. Песочница. Друзья, кстати, это сердечко. Только половина, потому что одной рукой я держу телефон, снимаю, а другой вот. Короче, смотрите. Забегаем. Там у нас есть новые дома какие-то вон. У нас тут. Там есть проход в песочницу. Вот тут вот. Смотрите, сейчас. Как вам сделать-то? О, вот тут вот проход в песочницу. Обычно камеру сейчас сделаю. Тут проход в песочницу. А там вот у нас, смотрите, что покажу. Там у нас салазилки, чтобы залезать. Ну и, конечно же, читерская штука. Давайте сейчас покажу ее вам. Ну-ка, спускаемся. Ох, это опасно спускаться. Одной рукой, смотрите. Вот, смотрите. Берем одной рукой. И у нас поднимается, видите? Видели? У нас поднялась эта штука. Что у нас вот тут по той лазейке, по которой я говорил? Тут у нас, посмотрите, все криво стоит. Все криво. Надеюсь, вы меня не обкринжите и посмотрите, что у меня есть. Правильно, это кусок этой штуки. Вот смотрите, где она стояла. Сейчас покажу. Вот тут она стояла. Она, тут какая-то девочка тоже гуляла из подъезда Эдварда. И вот так вот берет, смотрите. Вот так она стояла, вот так эта штука. И вот так пям. Это отлетает вот так. И все. Вообще класс, скажу. Всякие у нас мусоры тут есть. Давайте поставим на место. Как стояла штучка. Так стоит, пускай. Все, идем дальше.
Тут у нас чипсоиды валяются. Давайте перевернем. Вот. Может, не чипсоид, а какой-то другой. Тут баночка кока-колы из бетона. Тут у нас всякий мусорник. Тут домик для бомжей, как бы. Мы строили домик бомжатский. Но этот дом получился для настоящих бомжей. Мы это сделали очень специально, чтобы бомжи отдыхали тут. Давайте зайдем, покажу. Тут у нас такие стрелочки, типа входи, заходи. Этот дом крутой. И да, он очень крутой. Тут можно бомжам кушать газеты и все такое. Бомжи же иногда любят кушать газеты. Тут у нас зеленка почему-то. И какие-то цифры красным цветом. Я думаю, это кровь просто засохшая. Тут у нас всякие деревяшки. Тут мы делали холодильник. И тут у нас была лампочка, но она пропала. И это очень странно. Тут у нас, смотрите, такая вот штучка. И давайте я вам покажу все дома нашего, как сказать, нашего двора. Пойдем дальше. Бежим. Так, бежим. Ай-яй, бежим. Бежим. Так, нам сюда. Покажу, короче, вам все двора моего... Ой, все дома моего двора. Это дом Максима и Степы. Вон ихнее окно. А тут подъезд. Вот тут вот. Тут вход снова специальный. Смотрите, попробую. Мой. Тут не получается. И получится только 34. Мой. Это не мой. У меня 38, а тут 34 какой-то. Я не знаю, почему. Тут 34. Но ладно, идем дальше. Так, идем дальше. Бежим. Друзья. Бежим, друзья. Бежим. Главное, чтобы сосед не заметил. Так, это мой домик. Тут специальная крыша от дождя есть. Посмотрите. Тут мой код, смотрите. Сейчас запираем. Смотрите, пробуем 34, пробуем вот так, и у нас открывается, видите, мой подъездик. Кайф, скажите. Побежали к дому, Эдварда. Я им вам уже показывала, так что, наверное, не буду показывать. Там еще один розовый дом, мне он не нравится всегда. Давайте подойдем вот сюда. Ну, или тут какие-нибудь пожарники. Пожарник? Нет, друзья. В общем, вот тут крапива. Если хотите крапивный суп, вот, пожалуйста. Что ж, друзья, вы были на моем канале Миша Зой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. А с вами я, Миша Зой. Всем пока-пока!